В нашей стране, по сути, нет демократии, и поправки в Конституцию закрепили возможность Путину править до 36 года, учитывая то, что он правит с 2000-го, начала 2000-х годов. Значит, у меня свидание. Подождите, что вы делаете? Мы вас познакомим там с хорошими парнями. Нет, знаете, мы не можем в путь. Да, берите.